вас вітає інформаційний центр телеканалу «Відкритий». Мене звати Анна Грабанчук. Наразі говоримо про таке. Коронакриза. Дефіцит донорів у онкогематологічному центрі обласної дитячої лікарні. Про це говоримо з Яною Білицькою, лікаркою онкологійною онкогематологічного центру обласної дитячої лікарні. Яно, я вас вітаю. Добрий день. Розкажіть, наразі чи бракує крові у вашому відділенні та взагалі в дитячій лікарні? Здравствуйте. Действительно, на данный момент у нас очень ситуация сложная с недостаточностью, дефицитом крови, вот, то есть недостатка доноров. В нашем онкохематологическом центре проходит лечение около 40 деток каждый день. Это где-то человек 15 в онкологическом блоке и 25 человек в гематологическом блоке. Каждый день около 10 человек деткам требуется переливание крови. Поэтому и нуждаемся очень сильно. Ну, лечение таких детей без переливания крови невозможно. Які саме захворювання онкологічні найбільше потребують донорів крові? Це рак крові, правильно? Ну, смотрите, все онкологические заболевания проходят химиотерапию. Детки с диагнозом с онкозаболеваниями проходят химиотерапию. И после химиотерапии мы встречаемся с такими осложнениями, как падают показатели. Основные наши показатели крови – это эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Практически у каждого ребенка падают, снижаются гемоглобины, это отвечают клетки эритроциты, поэтому надо переливать эритроциты. Тромбоциты снижаются, надо переливать тромбоцитарную массу. Вот. Поэтому практически каждый ребенок нашего отделения сталкивается с переливанием крови. Сколько приблизно потребно на одну дитину крови? Ну, скажем так, по-разному. Вот, конечно, дети с острым лейкозом, у них проходит лечение практически год. Вот, и за этот год, конечно, каждый ребенок получает до 50 переливаний. То есть совсем не одноразово? Не одноразово, да. Какие наразі у вас есть запасы? Ну, на данный момент мы столкнулись с катастрофической ситуацией. Вот, наши запасы практически исчерпаны. Поэтому мы стоим, вот, доктора, перед выбором на сегодня, кому нужнее, кому этому ребенку сегодня перелить, а завтра следующему. А, к сожалению, существуют ургентные ситуации, когда выбора нет. Вот, да, и нам надо переливать. Это при кровотечениях у детей, это при оперативных вмешательствах, при ожогах. Тут выбора не стоит, нам надо переливать. Вот, и так случается, бывает и каждый день. Поэтому запасов совсем исчерпаны. Просим нашу областную станцию переливания крови о том, что помогайте нам. Вот, ну и обращаемся, родителям даем задание искать доноров, вот, потому что совсем нет крови. Дякую. Скорее всего, это связано, я так думаю, что с дефицит доноров связан с тем, что люди очень многие болеют сейчас в нашей сложившейся всемирной ситуации с коронавирусной инфекцией, по всей видимости. Конечно, из-за этого снижен число доноров. Яких груп крові бракує найбільше? Ну, практически все группы крови встречаются. Конечно, вот последние полгода вторая положительная, вот прям у нас катастрофа, как не ребенок, вторая положительная, как не ребенок. А вот за последние 4 дня 4 ребенка каждый день требовали первой положительной группы. Поэтому, ну, в основном все встречаются группы. Вот в основном вот у нас и большинство людей с первой, со второй группой, точно так же и детки. Большинство первая, вторая группа. Но есть дети из третьей, есть детки из четвертой группы, редкой тоже встречаются. Поэтому доноры нам любой группы очень нужны, и мы всех очень ждем. Как наразі шукаете доноров крови? Ну, в основном, конечно, это ложится проблема на родителей. В основном мы разговариваем с ними о том, что
ребенку предстоит сложное лечение, длительное лечение, поэтому вот вы за этот период должны нам предоставлять доноров, причем каждую там неделю вот по несколько человек они должны. Но очень проблематична ситуация у детей, у родителей, когда с Донецкой области ребенок, да, либо с Луганской. Вот у них здесь просто никого абсолютно нет. И просить им очень сложно, потому что ни друзей, ни знакомых у них не проживает в Днепропетровской области. Вот, и сложно, конечно, с такими детками. Поэтому обращаемся и к волонтерам. Обращаемся и вот в соцсети, и я стараюсь во все микрофоны кричать о том, что помогайте нам с донорами, потому что есть такие детки, а есть и сироты детки, у которых вообще родителей нет, вот, и с ними сложно, да, а лечить их тоже надо, и тоже надо им помогать с донорами, вот, поэтому, конечно, обращаемся во все возможные сферы помощи. Як щодо плазми? Нам, конечно, и плазма нужна. Плазма очень важна и тоже требуются детки в реанимации, которые поступают с политравмой, с ожогами, заболеваниями почек. И такие дети каждый день у нас встречаются. Оперативные вмешательства практически каждые требуют переливания плазмы. Вот поэтому что эритроциты, что плазмы нам необходимо и то, и другое. Просто с плазмой немножко проще, она замораживается. И она может храниться чуть дольше, поэтому запасов ее больше. А эритроциты, они меньше хранятся, они не замораживаются, и поэтому сроки годности выходят, и поэтому, понятно, надо более свежее набирать, поэтому их не могут долго хранить. Чего будут питания? Расскажите, пожалуйста, как началась эта криза? Вот вы... говорите, що це, ну, можливо, через ковід, а тобто це через спалах у цієї осінні, чи це було і до... Ну, скажем, чесно, этот весь год очень сложный. Он начался сложно, да, потому что и карантин уже был, вот, уже были сложности, и локдаун, люди не могли, да, ни выйти, ни приехать, кто-то боялся выйти из дому, кто-то боялся заболеть, а кто-то болел, поэтому оно с начала года. Но потом какой-то вот период, да, когда мы все-таки немножко COVID победили, можно так сказать, да, вот, что не такая была высокая заболеваемость, вот, и, конечно, доноры пошли, немножко запас был. Но, к сожалению, последний месяц мы реально страдаем, у нас действительно недостаточность доноров, недостаточно крови. Яна Ігорівна, скажіть, будь ласка, а от чи є якісь протипоказання тим, хто, наприклад, вже перехворів коронавірусну інфекцію або там, ну, вакцинація? Наскільки це впливає на донорство і що треба пам'ятати тим, хто хоче зробити добру справу? В принципе, переболевшие люди коронавирусной инфекцией не противопоказано им сдавать кровь. Но главное, что по состоянию здоровья человек мог уже идти сдавать кровь. Вот. А так это не противопоказание. И каких-то требований там, ПЦР-тестов на COVID не требуют, они делают свои швидкотесты, вот, поэтому не требуют. Можно приходить и сдавать. Чи не можете порівняти, от раніше, коли не було цієї кризи, от, наприклад, там було там стільки-то літрів, а зараз там, ну, можете якось отак окреслити? Ну, конечно, я, ну, утрудняюсь сказать вам по литражу, вот. Но, конечно, я работаю уже около 15 лет, и я не помню, честно, чтобы мы вот так вот страдали, и был у меня выбор, да, этому ребенку переливать или второму. То есть, если всем надо было переливать, то я не задумывалась, и станция переливания всегда мне отвечала, сколько надо, столько и берите. То сейчас, к сожалению, мы вынуждены делать выбор, вот, и, ну, сложный выбор. Поэтому, конечно, ощутима разница с прошлыми годами, когда не было вот такой проблемы коронавирусной. Были доноры, много доноров приходили, есть люди действительно неравнодушные. Вот, поэтому... Ви назвали, що приблизно 10 дітей потребують у донорській крові щоденно у вашій лікарні. Приблизно скільки, ну, 10 літрів, 2, ну, 15 літрів ви маєте щодня мати у собі, ну,
Ну, в основном в среднем ребенку переливается, одному ребенку переливается около там 200-300 миллилитров крови. Больше им по весу, по возрасту не переливается. Ну, если только массивные кровотечения, да, там травмы, то, конечно, там бывает и до литра переливается одному ребенку. Вот, ну, если взрослый, да, еще ребенок. Поэтому, ну, вот будем и считать, это около 2 литров в день. Мы нуждаемся в крові в среднім. А були такі випадки от за цю кризу, що не змогли врятувати дитину? Ну ні, ми поки такого, звісно, не допускаємо. Вот, все-таки есть у нас запас маленький, но есть, и для ургентных ситуаций нам ни разу еще не отказали, конечно, вот, поэтому получают детки все лечения, вот, получаем, как бы это ни было нам сложно. А сейчас скажи, пожалуйста, вот действительно кажут, что дети саме с такими хворобами, ну, онкогематологичными, зокрема, они наибольше... Ну, от вони, в них більше ризику підхопити корону і важче її перенести. Да, действительно, конечно, эти дети, они из-за своего основного диагноза получают иммуносупрессивную, да, заболевания, скажем, иммунитет не работает так, как у нас у здоровых детей работает. Поэтому, конечно, они очень склонны к инфицированию любой инфекции, и, конечно же, коронавирусной. Вот, и, конечно, мы очень боимся, мы стараемся предостеречь, стараемся, чтобы они не контактировали ни с кем. Но, к сожалению, вы же понимаете, это жизнь, да, вот, и мама просится в магазин сбегать, и ребенка надо на какие-либо исследования дополнительные сводить, да, там компьютерный томограф, МРТ сделать. Поэтому, конечно, вынуждены мы выходить, да. Вот, поэтому есть вот детки на данный момент, двое деток у нас коронавирусные, онкологические детки находятся в ковидном отделении с инфекцией коронавирусной. Конечно, очень переживаем, очень сложно, потому что знаем, одно из осложнений коронавирусной инфекции – это тромбоцитопения. Вот, а так как еще и дети наши, да, после химиотерапии у них и так тромбоцитопения, поэтому очень сложно, очень переживаем. Вот такие дети без переливания крови, конечно, это риск и угроза жизни. Можете, будь ласка, нагадати, якщо, наприклад, я хочу здати кров, стати донором крові, куди мені звертатися, де здавати та яка процедура, що не можна їсти, от... Ну, значит, у нас в Днепропетровске есть областная станция переливания крови. Находится она на Богдана Хмельницкого, 17. Это возле городской больницы номер 16. Работают они все будние дни с 8 до 2 часов дня. Значит, ну, желательно за 3 суток человек не должен употреблять алкогольные напитки, придерживаться диеты, то есть не кушать жирного, не кушать жареное, копчености, соли много. И в день сдачи крови просят тоже перекус небольшой, вот, и диетический. Вот, и ждут. Донор не должен иметь хронических заболеваний, вот, это таких там и сердечных, и почечные заболевания, такие доноры не подходят. Ну, их обследуют, смотрят, когда они приходят, берется с вены кровь, с пальца, их обследуют. И пока эта кровь не обследована, у них как бы не берут, не переливаем мы деткам эту кровь. Они пока как в карантине называются. Вот. Дообследованная кровь уже потом поступает к нашим деткам. Вот. Якщо людина хоче здати кров певній дитині, як отут вже на місці треба ім'я, прізвище мати? Ну, желательно, медзаклади. Конечно, да. Это все через лечащего доктора. Вот, то есть мы просим, если, да, четко донор идет на ребенка, созванивается мама ребенка, либо донор имеет право позвонить лечащему врачу, ну это же явно, если знает ребенка на кого, и сказать свои данные, то есть фамилию, имя, вот сказать, что я хочу именно на этого ребенка. И мы тогда связываемся со станцией переливания крови, предупреждаем о том, что
будет такой-то донор на точно четко на этого ребенка. И все это у нас уже отработано, вот поэтому вот, можно и так делать, конечно. Чи будуть ще питання? Наразі питань немає. Дякуємо, що сьогодні до нас прийшли, поговорили про таку важливу тему. Ми сподіваємося, що все ж когось, хоча б одну людину, ми сьогодні змотивуємо допомогти дітям, врятувати їм життя, стати донором крові. Я нагадую, говорили про коронакризу у лікарні, а саме про дефіцит донорів в онкогематологічному центрі дитячої обласної лікарні. Говорили з Яною Білицькою, лікаркою-онкологиною онкогематологічного центру обласної дитячої лікарні. Дякую, що сьогодні нас завітали і на все добре.